Waar waren we ook alweer gebleven? Toen die piloot op het vliegveld van Marseille uit zijn gekaapte Airbus sprong. 6 meter naar beneden. De kapers waren van plan om zich met vliegtuig en al op de Eiffeltoren te storten. Pas op, dat was in 1994. 7 jaar voor de aanslag op het World Trade Center. Je zou kunnen zeggen, een duidelijker voorteken kun je niet wensen. Je zou willen dat er helderzienden waren. Mensen die sleutelmomenten herkennen en die ons waarschuwen. Een soort historische klokkenluiders. Wanneer zouden die in Rusland aan de bel getrokken hebben? Na de val van de muur leek het erop dat Rusland een goede buur zou worden. Maar zodra Poetin aan de macht kwam, ging dat mis. En nu is Rusland gewoon weer de oude tegenstander. Dus toch maar die, ja, wat goedkope vraag achteraf. Hadden we dat kunnen zien aankomen? We begonnen de nieuwe eeuw barstend vol optimisme. Alles kon alleen maar beter worden. Maar dat viel tegen. Het leek alsof niemand het zag aankomen. Maar niets is moeilijker dan geschiedenis herkennen als je er middenin zit. В какой-то момент отношения России и Запада вдруг резко испортились. И момент этот нужно искать в прошедшие 20 лет. Достаточно посмотреть на язык тела этих двух мировых лидеров в 2018 году, а затем сравнить их с предшественниками в 1995 году. Тогда мы, жители России, наблюдая за происходящим, еще лелеяли надежду на вступление в Евросоюз или даже в НАТО. Теперь, спустя 20 лет, как Путин у власти, мы так больше даже не шутим. Да, конечно, мы видели, что это приближается. Ловили множество сигналов. И одним из таких сигналов было 14 апреля 2001 года. Ja, 14 april 2001. Op die dag vielen gewapende eenheden de Russische zender NTV binnen en namen de hele boel over. De zender was te kritisch over Poetin. Iedereen vreesde dat dit ook het einde zou betekenen voor een razend populair satirisch poppenprogramma, Kukli. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, проснитесь, беда. Что, что такое? Как вам сказать? Я не могу. Говорите, только вы не волнуйтесь. Говорите сейчас же. Вы, я не могу. Давайте я изложу. Давайте. Эд, да что там? Вы больше не президент, вот. А кто? Heel Rusland zat wekelijks voor de buis om te zien hoe Kukli de draak stak met de machthebbers in het Kremlin. Maar Poetin zelf kon er helemaal niet om lachen. Hij liet zijn rijke vrienden de zender overnemen. En daarna was het snel afgelopen met Kukli. En met de persvrijheid in Rusland. 14 april 2001 dus. Het leek zo'n gewone dag, maar het zou een sleutelmoment worden. Want een land dat kritiek en satire verbiedt, zet de deur voor tirannen op een kier.
нас в России есть один закон. Странный закон. Не знаю, можно ли найти такой где-либо еще в мире. Хотя, кажется, мусульманам запрещено изображать своего пророка. Но у нас нельзя изображать кого бы то ни было, не получив от этого человека разрешения. Нидерландская съемочная группа во всяком случае об этом не знала. Я имею в виду о том, что их могли наказать за то, что они заставляли своего русского продюсера везде носить с собой ту синюю сумку, в которой... Нет, подождите. Я чуть не выболтала все секреты. Они приехали сюда посмотреть, что же случилось после того, как куклы исчезли с экранов телевизоров. Можно ли еще шутить в эфире о Кремле? И какая судьба постигла куклу Путина? Для начала они заглянули в кладовку бывшего продюсера программы. Путин есть или неизвестно? Путин. Неизвестно. Окей. Это сегодня министр обороны. А сюда идет рука. Вот теперь мы в Сирии воюем, да. Мы победили всех там. Можете. Блэр в отличном состоянии. В идеальном. Он очень хорошо сохранился. А, да. Brexit. What the fuck Brexit? Ну, слушайте, нет Путина, но это не заготовка, честно. Что ж, нет здесь куклы Путина. Когда-то ходили слухи, что Путин не просто хотел закрыть программу, но и отдал поручение уничтожить куклу, которая его изображала. Неужели это правда? Возможно ли убить куклу? Кто еще может больше об этом знать, как не сам создатель этих кукол? С тех давних пор он стал жить практически затворником, уехав подальше от Москвы, в область. Как ты думаешь, сколько ты сделал кукол для этой программы, куклы? В общей сложности, я думаю, больше 200 персонажей было сделано. Это был, по-моему, 99-й год. Вот. И мне поставили задачу слепить Путина. Я справился с этой задачей очень быстро. Русский человек подмечает такое очень быстро. Такая внезапная осмотрительность. Как только в разговоре мелькает имя Путина, художник начинает нервно ерзать на стуле. Но он говорит, это так выглядит, или мне так кажется, что когда мы говорим о кукле Путина, ты немножечко сдержаннее становишься и осторожнее. Ну, во-первых, говорить о кукле Путина можно все что угодно, потому что это не Путин. Потому что кукла Путина и Путин — это, как говорится, два совершенно разных человека. Вот. Вы сейчас хотите, чтобы поговорить со мной о Путине или поговорить о кукле Путина? Это вот совершенно два разных текста должно быть. А потом он вдруг исчез в соседней комнате и вернулся оттуда уже с той вещью, от которой давно хотел избавиться. Я хочу вручить эту куклу вам. Пожелать вам удачи в вашем проекте, вот непростом. Надеюсь, что все, что вы сделаете, снимете и потом покажете людям, оно изменит мир к лучшему, как говорится. Не нужно быть семи пядей, чтобы ощутить и понять то облегчение, с которым он укладывает Путина в сумку. Долгие годы эта латексная голова лежала где-то у него дома.
пыльное вещественное доказательство того, что когда-то в России была такая популярная передача по телевизору, которая при Путине вынуждена была закончить свое существование. Ох, Владимир Владимирович, так мы над тобой смеялись. А что, может, настоящий Путин и испугался, что ты станешь популярнее его самого? Может, он поэтому хотел тебя убрать? Но уж кого он точно все эти годы хотел уничтожить, так это сценариста кукол. И для этого все средства были хороши. Взять хотя бы вот это размытое черно-белое порно-видео, которое можно найти в интернете. Сразу ясно, что женщина на пленке не должна была быть узнанной. Нужно было как раз наоборот, чтобы вся страна увидела, кто этот мужчина. Именно его репутация должна быть испорчена. Виктор Шендерович, один из основных сценаристов «Кукол». Они подложили проститутку, про которую никто из нас не знал, что это проститутка. Все это сняли. Снимались квартиры, нанимались, да, дорогостоящая съемка и так далее. Это было государство. Это делало государство. И государство потом это показало. Она была хорошей приманкой. С большим успехом она заманивала в свой обвешанный камерами гостиничный номер многих политических противников Путина. В их числе оказался и сценарист программы. Вероятно, Кремль до сих пор расценивает его как врага государства. Кроме того, когда в 2000 году был нам предъявлен ультиматум, нам было предъявлены три условия сохранения телекомпании. Первое условие было прекращение расследования коррупции в Кремле. Второе – изменение информационной политики в отношении Чеченской войны. И третье – исчезновение из программы «Куклы». Было так стыдливо написано «первого лица», не было написано фамилии. «Первого лица». Но нам действительно непонятно одно. Что это за представители власти, если они боятся кукольного представления? Взять хотя бы любой выпуск программы, ну, например, вот этот, который вышел сразу после того, как Ельцин передал власть Путину. А то-то что? Уа! Ох, да чего же он непривлекательный, а? Ну и происхождение, прости, Господи, темное, и взгляд, ох. И не знает мама Ельцин, что с тобой делать. Такой ты страшненький. Слушайся. Мочить в сортире! Ой, разговаривает. В сортире мочить всех, всех мочить в сортире! Но расчесал советник Кремля твои волосы волшебным гребешком. И вдруг все вокруг перестали замечать, какой ты уродливый. Сладкоголосыми речами ты заставляешь весь Кремль плясать под твою дудку. Кто будет выдирать ему волшебные волоски? Кто? Я. Молодец. Прощай. До того момента, как кто-то не выдергивает волосок из твоей головы, и все волшебство рассеивается. Говорят, что Путин просто рассвирепел, а Шендерович подписал себе этим выпуском смертный приговор. Он воспринял это как личное оскорбление. Они боялись, естественно, смех десакрализирует властителя. Тот человек, над которым смеются, он не страшен. Потешный не страшен. Против смеха нету оружия. Потому что рассмеявшийся становится свободнее, во-первых. А тот, над кем рассмеялись, перестает быть ужасным. Конечно, сатирик, я литератор.
А литератор занимается тем, что он пишет, да, тексты, пьесы, да. Просто в свободной стране литератор остается литератором. А в тоталитарной стране он становится врагом государства. Но авторитарный режим делает любого свободного человека, он делает политиком. Потому что протест свободного человека в свободной стране – это его общественная позиция. Протест человека в несвободной стране автоматически делает его политиком. Если здесь, в Москве, спросить кого-то старше 30 о программе «Куклы», то обычно вспоминают тот выпуск, в котором куклы по случаю 100-го выхода в эфир переворачивают все с ног на голову. В этом выпуске куклы – гости передачи, которые смотрят их любимые сцены. Но эти сцены – это не другие выпуски кукол, а реальные события политической жизни. Теперь первый вопрос ко всем. Как вы относитесь к своим кукольным двойникам? Что же касается моей куклы, то она вполне симпатичная, хотя, на мой взгляд, авторы слишком часто меня переодевают. Борис Немцов, с которым я имел честь дружить, он занимался аквалангом, он занимался подводным спортом. И он говорил, вот когда всплываешь, и тебе не хватает воздуха до глотка, ты понимаешь, что можешь не успеть всплыть. В этот момент обычный глоток воздуха очень дорого ценишь. То, что ты не замечаешь в обычной жизни, но дышишь и дышишь. Но когда у тебя нет этой возможности, она становится сверхценной. Это про свободу он говорил, конечно. Это очень биологическая вещь. Биологическая вещь. Вот это вот боязнь, невозможность вдоха. И то, что сегодня люди, когда мне говорят, вот вспоминают о временах кукол, дело не, собственно, в самих куклах, а дело в воздухе свободы. В том, что можно было включить телевизор и рассмеяться в голос над теми, кто наверху. In het begin wist niemand nog wat we van Poetin konden verwachten. Jeltsin en vooral zijn familie waren weliswaar door en door corrupt, maar vooral heel erg pro-westers. Dus de contacten met Rusland waren warm. De Koude Oorlog leek iets uit een ver verleden. Dat onder Poetin de Russen een oorlog met Georgië zouden beginnen of een inval in Oekraïne, het leek toen nog volkomen ondenkbaar. Laat staan een bezetting van de Krim. Maar de huilende Poetin babypop uit de Kukli-aflevering zou al snel zelf de touwtjes in handen gaan nemen. Ты спишь спокойно после всего того, что ты сделал за эти 20 лет. Но это не только твоя заслуга. И ты просыпаешься каждое утро, зная, что большинство россиян считают тебя спасителем. За это ты тоже можешь сказать спасибо не только самому себе. Это происходит благодаря целой группе советников – Spin Doctors, которые в поте лица работают за кулисами, чтобы убедить россиян, что страна без Путина пропадет. Дело в том, что я вел такую, наверное, азартную игру, но как бы игру в блестящего Путина. Путин должен был быть великолепен, и он действительно почти во всех случаях был великолепен. Этот мужчина знаком каждому в России. Глеб Павловский. Это он придумал правила игры.
Целых 10 лет подряд он делал все, чтобы власть осталась у Путина. Я не могу об этом жалеть, потому что я этого хотел. Некоторые вещи имели очень плохие последствия. Вот. Так что я могу сказать, я могу стать в защищенную позицию и сказать, не, простите, это Путин, а не я. Но на самом деле, конечно, моя вина есть в том, что я... Та игра, которую затеял Павловский с его приятелями, оказалась жизненно опасной. Они подали нам сказку о Путине на блюдечке с голубой каемочкой. А мы, русские, как всегда, падкие на красивые истории, проглотили эту наживку. Мы создали оружие, в моем представлении, с которым нам теперь ничто не страшно. Теперь это оружие страшно само по себе. Когда мы очнулись, было уже слишком поздно. Уже никто не мог сказать, где правда, а где вымысел. В России, как известно, есть два разных понятия – истина и правда. И они считаются разными. Это они означают разные вещи. Истина – это соответствие факту, а правда – это идеал. Наша литература русская, на которой мы выросли, и я вырос, говорит, что главное – это правда. Истина – это не так важно. То есть ты можешь много раз лгать или совершать какие-то плохие вещи, нарушать заповеди Христовы, но если в целом движение твое в сторону правды, то ты оправдан, ты был прав. Павловский сказал, что цель оправдывает средства. Если единственной правдой для тебя является то, что только Путин может спасти страну, то в ход идут все средства, чтобы удержать его у власти. Но как далеко так можно зайти? Как тогда отличить правду от вымысла? Этот вопрос встал ребром, когда прогремели 4 взрыва в жилых домах. Сотни жертв и погибших. Путин обвинил тогда Чечню и обещал отомстить. А мы, русские, ликовали. Наконец-то настоящий сильный мужчина. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Пока несколько дней спустя не нашли подозрительный белый порошок, заложенный еще в одном доме путинской службой охраны. Тогда никто больше не понимал, кому верить. Неужели Путин сам стоял за всем этим? Все сомневались во всем. Если цель, как говорит Павловский, оправдывает средства, кому, в конце концов, еще можно доверять? И мы скрываемся с женой просто на даче, чтобы не слышать радио, не видеть телевидение. Там лес, там снег, там спокойно. Почти все боятся, почти все молчат. А это Миша, Михаил Златковский. Если вы захотите зайти в гости, то найдете его в одном из серых многоквартирных домов, где зимой всегда слишком сильно греют батареи, а голые деревья увешаны всяким мусором, который соседи сверху выбрасывали из окна последние несколько лет. Миша Златковский больше не поднимает туда взгляда. Однажды он увидел, что в ветвях дерева повис целый велосипед. Но рисовать ему это не мешает. Ну, это вот мой большой такой рисунок о власти. Современной власть, сидя в Кремле, Кремль как корона, и в то же время как корона, которая закрывает глаза. Эта власть ничего не видит. Наверное, из немногих моих оптимистичных таких работ. Конечно, он никуда не улетит, но он старается
наполняет свой шар там теплым воздухом, может быть, этот островок оторвется. И... Ну, я надеюсь, он все-таки улетит. За свои работы он выигрывал награды по всему миру. Но здесь, в России, ни одна газета не осмеливается печатать его рисунки. Самый счастливый период – это все-таки период перестройки. Это время Горбачева. Я первым начал рисовать Горбачева. У Ельцина был совершенно блестящий период тоже, потому что как-то пресс-секретарь Ельцина... А как Ельцин относится к карикатурам на себя? Он сказал, жутко, ненавидит. Он прям... Ему подсовывают какую-нибудь газету, он прям рвет ее, рвет. А потом походит по кабинету. Не, пусть рисует. Демократия должна быть демократией. Поэтому все было прекрасно. Все остановилось с приходом Путина. Ведь однажды Златковскому вдруг больше нельзя было рисовать генералов и солдат. Потом запретили рисовать полицейских или представителей судебной власти. А одна тема превратилась в настоящее табу – карикатура на президента. Ну, я лично на следующий день после инаугурации, когда, как я уже сказал, главный редактор вызвал меня, сказал: «Миша, мальчик оказался злобным и злопамятным. Мы прекращаем рисовать». В 2014 году просто газету закрыли, все. Для нидерландского телевидения он все-таки попробует еще раз нарисовать Путина. По крайней мере, если у него получится. Спустя столько лет после того, как ему запретили это делать. Ничего не выходит. Тогда уж лучше тот рисунок, на котором он сам изображен сидящим в ванной. Он назвал это «внутренний диссидент». Пассажиры, их вся команда и даже якорь стремится к светлому будущему. И только один нашелся, который не согласен с этим движением вперед и едет в другую сторону. Хотя на самом деле он тоже продолжает ехать на этом корабле. Советники Путина «Spin Doctors» преуспели в одном. Им удалось искоренить любую критику в адрес президента. Между тем, журналистика здесь превратилась в сплошной цирк. Мы, русские, утонули в фальшивых новостях, фейк-ньюс. Еще тогда, когда Дональд Трамп и не мечтал стать президентом Соединенных Штатов. А Павловский снискал себе тем временем такую славу, что стал прототипом для одной из кукол программы. И эта кукла изо дня в день нашептывала власть имущим фейк-ньюс. Мы уже в 90-е, я думаю, мы были впереди в чем-то и Америки, и Европы. Но в чем? В свободном обращении с фактами. При этом мы не считали, что мы обманываем. Уже в 90-е годы возникла такая идея, что новости – это то, что мы считаем новостями. И вот я знаю, человек, он теперь работает, он один из путинских генералов телевизионных. А в 90-е годы он был в независимом телевидении. И каждый вечер он мне рассказывал, как они садились с хозяином телеканала, ставили перед собой бутылку виски и решали, что будет новостью, а что не будет. Что делать новостью сегодня вечером и что завтра. Это такая уже какая-то деградировавшая пропаганда. Но, в принципе, в основе ее идея, что новостью будет то, что мы придумаем. Иногда это просто придуманные новости. Добрый вечер.
вечер. Сегодня в программе. Что Путин хотел сделать с брусникой? Надо собирать и на колхозный рынок. Кадры, которые еще никто не видел. 8 километров по горам. Это зарядка. Для нас с вами это зарядка. Что после такой зарядки с сопровождающими? Вот уже сколько дней прошло, а у меня до сих пор ноги болят. И нужна ли в тайге охрана Путину? Представьте, на что медведь дурак, что ли, если он Путина увидит. Дмитрий Песков расскажет, как составляется график президента и даже о том, кого любит Путин. Путин не только любит детей, он вообще любит людей. Он очень человечный человек. Люди смотрят не новости, они смотрят сериал. Им показывают сериал с одним единственным главным героем, Владимиром Путиным, который борется с врагами, которому что-то угрожает. Путин смотрит телевизор, и вот что происходит. Он сам в каком-то смысле заказывает эти сюжеты, а потом сам смотрит их и верит, что так и есть. Ну, немножко похоже, что случилось с Трампом в Америке, как бы, ситуация. Путин у нас, Трамп там, да. Как у Путина обстоит дело с чувством юмора? Он любит шутить сам, но не любит, когда шутят над ним. И вот это было проблемой программы «Куклы». Она сделала его мишенью основной, и то есть у него хорошее чувство юмора, но оно ограничено, имеет одно исключение. Это он сам. In 2011 werd spindokter Pavlovsky door Poetin ontslagen. Zijn toegangspasje voor het Kremlin bleek ineens niet meer te werken. Vanuit zijn keldertje vol boeken voert hij nu strijd tegen een monster dat hij zelf meehielp creëren. En natuurlijk weet hij als geen ander hoe onmogelijk het is dat monster ooit weer terug in zijn doos te krijgen. Als altijd was Kukli er als de kippen bij om Poetins dankbaarheid jegens zijn spindokter op de hak te nemen. Oi, что-то будет хорошо. Рассолу бы. Проснулся Глебушка. Да-да-да. Извините, я что-то не в форме, в отличие от вас. Ну, вставай, вставай. Я тебе помогу. Mm-hmm. Вот так. Ага. Вот. Вот тебе марионетки. Вот тебе 8,5. Вот тебе ля-ля в ресторане. Вот тебе прогулки под луной. Спасибо тебе, Глеб. За все тебе спасибо. Пожалуйста! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, какой ужас! Ой! Ну, у вас ничего в середине написать, что такое в такой ситуации? Ну, чешутся иногда, чешутся. Видимо, да. О! Мама! Штука еще в том, что... Меня в эти руки? Трудность в том, что ушло веселье. Это уже моя внутренняя сложность. А нужно веселье для того, чтобы писать эту программу. Внутреннее веселье. Сегодня веселья нет. Сегодня невозможно шутить так, как мы шутили 20 лет назад. Не потому, что даже нам запретили это. Не весело. Ушло веселье. Слишком много крови. И все-таки нашей съемочной группе это удалось. Сценарист попробует написать новую сцену, подобную тем, что он когда-то писал для кукол. Идея у него уже есть. В один прекрасный день настоящий Путин находит коробку. Он ее открывает и видит куклу. А он думал, что ее уничтожили 18 лет назад.
Вот, значит, вот сценарий. А смысл заключается в том, что кукла Путина общается с куклой Путина. Тогда кукла так лежит. О, майн год. Ты давай завязывай с немецким. Фак. Ненадолго все становится так же, как много лет назад. Бывший режиссер и один из актеров начинают репетировать. Но сама затея сделать такой новый выпуск этой старой программы оказывается наивной. Остальные члены команды один за другим отказываются в этом участвовать. Может быть, они боятся Путина? Или есть еще какая-то причина? Я думаю, что значит, люди, которые затруднялись сотрудничать, делали это по двум причинам. Либо они боялись, либо они хотели денег. Вот. Я думаю, что в конечном итоге деньги даже сейчас, даже в нашей стране главнее, что люди в массе своей здесь больше любят деньги, чем боятся властей. Вот. Но, тем не менее, когда и если людям и не предлагают больших денег, и в то же время они должны for nothing вот, поссориться с властями, то тут они начинают затрудняться и опасаться. Деньги им, конечно, всегда прибавляют смелости. Больше того, я думаю, что зависит от количества денег, понимаете? Если бы денег было бы совсем много, они бы там в Кремле и сами бы сыграли за хорошие деньги. Деньги. Рубли, доллары, евро. Мы также сходим по ним с ума, как и вы на Западе. Может быть, это тоже играет роль. Потому что факт остается фактом. Каким бы странным это ни казалось. Многие преданные зрители программы «Куклы» все же отдали свои голоса за Путина. Потому что Путин обещал покой, уверенность в завтрашнем дне вместо экономического хаоса, который царил при Борисе Ельцине. Когда людям дают выбор между гнилой, плохой демократией и авторитаризмом, и говорят «выбирайте», авторитаризм предпочтительнее для обычного человека, потому что это стабильность, потому что это гарантии какие-то. А дальше сегодня маленьким детям снова объясняют, и не маленьким детям, объясняют, что главное стабильность, а не развитие. Что если не будет Путина, то Россия под угрозой. Объясняют все то же самое, что объясняли моему отцу, который плакал после смерти Сталина. Хотя его отца посадили. А он плакал после смерти Сталина. Нам объясняют, всем объясняют, что безопасность заключается в стабильности, а не в развитии. Что свобода – это опасно. Что демократия – это опасно. Демократия при Ельцине была слабой, противоречивой, грязной. Свобода. Значит, можно было попытаться улучшить стандарты свободы, а можно отнять свободу. Это два противоположных пути. У нас ее просто отобрали. Вы, можно так сказать, что вы сыграли очень большую роль в том, что сегодня Путин на власти. Ну, меня часто в этом упрекают. И люди вообще не хотят верить, что они за что-то несут ответственность, и они ищут кого-то, кто негодяя это все устроил. Я идеально подхожу на роль негодяя, но, конечно, это делали многие люди. У меня была какая-то своя роль, но в этом участвовали десятки и десятки людей, а главное, миллионы избирателей, которые голосовали за Путина. Они не были зомби, они его выбрали. А сейчас они не хотят это признавать. Поэтому да, но если надо, нужен негодяй, то я готов сыграть эту роль.